и улетела жить. Добро пожаловать в наши будни. Я здоров, свеж, светел, ну и чего так дико, боюсь будущего, аж дышу тихо. Рассказывай, что у тебя здесь? Меня корабль, он стоит, он хочет на корабль. Еще. Поплавать хотят, да, человечки? Да. All the things I want, I really shouldn't get. If I triumph, are you watching? Can you separate everything? Пляж Бобхут единственный на острове Самуи, где нельзя курить. И вот здесь есть, например, вот такое место, специально отведенное. Смотровая площадка. Давай ручку. Там машина. Да, ручку давай. Ну, давай подождем. Все, она повернула налево. Пошли? Мама, налево. Вы посмотрите, что... Кто у нас тут? Кто у нас тут? Бабочка, один. Бабочка маленькая, два. Но это какая-то прям беспокойная. Я хочу, да, ну надо выключить свет, короче, и уйти. Она может улететь. Да? Да, ну давай попробуем. Давай. Отлично. Ну и вот, я снимаю видео, и как это прокомментировать, Олег? Иди сюда. Ну, наш новый ноут, гиперпринтер, и мышка. И вообще все хорошо. Мышку нам подарили. Из-за того, что мы купили проектор. Да. Ну, в качестве комплимента, а-ля компенсации. Так, ноутбук. Ну, там, ну... Блин, белый, по существу сказано, белый, крутой, красивый. Будет его обзор. Да, это у человека в Бангкоке магазин. Он занимается продажей подобных ноутбуков. То есть он собирает, да, там чего-то там. И, ну, красавчик. Идеальные машины вообще. Он поставил нам Sony Vegas, он нам поставил Photoshop. Sony Vegas Pro 14. Да. И Photoshop. Еще взломал винду, что-то там у него лицензировано, нет? Все лицензировано, ничего не взломал. Да? Ну вот, отлично. Просто молодец продавец вообще. Красавчик. Анонимус. Нет, мы скоро снимем обзор. А принтер нам достался за 300 бат. И он печатает, смотрите, он печатает. О. Отлично.
Куда едем? На поезд. Куда? Поезд покататься. На поезде покататься? Отлично. Ну, поехали. Бип-бип. Не, ну вы только посмотрите на это, обалдеть. Круто, да? Я уехала. Отпад. Пока. Поехали. Мне тоже нравится. Даже так. Я тут случайно цену увидела на такси, вы посмотрите вообще. Вот последний, например, пункт. Парадайз Парк Ферма. 1200 бат. Аккуратней. Теперь у нас новый друг. Да, Тёма? Теперь ты живешь с нами. Хозяйке нужно было уехать, а у него с документами не все в порядке, да? Теперь прививки надо делать. Теперь у нас такой друг. Хорошо, что шерсти от него немного. Ему всего 2 годика. Что там? Шлем? Ну-ка. Шлем. Угу. Дальше. Пепл. Окей. Что это? Не знаю. Что это? Что? Кубок. Молодец. Дальше. Синий. Синий? Что там? Тик-так. Это спидометр. Да, это тик-так. Нет. Это на мотоцикле спереди спидометр. А, понятно. Какой цвет лучше? Лучше зеленого. Зеленого. А это какого цвета? Красный. Лапки красные. Белый. Зеленый. Так. И пальчиком. Угу. Соединяй, соединяй, не забывай. Так, давай. И красный. Если так всего, она ладно. Это переводит. Не надо. Сколько у тебя получается? Я еще пока не знаю. Давай, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И вот точку вот сюда. Да. Но точечку надо было поставить сначала. Посчитай точечку поставь. Эрик, от тебя много шума. Пиши. Шляпка. Молодец. Давай еще. Шляпка, спинка, пузо. Давай, давай, давай. Спинка. Куда убежим? Шляпка. Пузо. Эрик, не отвлекай. Пузо. Молодец.